Салам алейкум, это Ганс. Сегодня мы продолжаем играть в Abandoned Souls. В предыдущей серии мы остановились на том, что мы все-таки зашли в эту больницу, поисследовали тут, и остановились мы на том, что мы включили эту запись. И узнали, что здесь и правда проводились жесткие эксперименты над людьми. А еще тут, оказывается, не было сохранения именно на этом месте. Мне пришлось эту локацию, типа, сначала пройти. Я наткнулся на скример, которого мы раньше не видели. Ладно. Так, это мы читали. Я так понимаю, мне сюда? Меня сюда что-то толкнет? Я сейчас повернусь, а меня толкнет, да? Нет. Ладно, а что дальше? Здесь... нам дорогу указывает этот челик, который, у которого глаза светятся. А, мне, наверное, так надо? Ну, видимо, да. И вправду вниз. Я так понимаю, от игры осталось не сильно много. Так что, может быть, эта серия будет и короткой. Так, там уже стоны. Не спускаться, да, я так понимаю. Да. А, я сам спускаюсь, ладно. Так, ладно, что дальше-то? Здесь у нас ничего нету. Еще с записком. Наш проект закрывают. Сегодня сбежал первый подопытный из новой партии. Он сбежал, при этом разорвав на части несколько лаборантов и охранников. Сбежал в вентиляцию. Мы пытались остановить его, полностью заблокировав лабораторию. Но похоже, он успел пробраться до закрытия перегородок вентиляции. Господи, что же мы наделали? Мы должны были создать контролируемых суперсолдат, а создали идеальных хищников. Человеческим разумом. Неистовой силой и невероятной ловкостью. Ты еще и видящий в темноте. Надеюсь, подопытного найдут как можно скорее. Иначе даже думать об этом не хочу. Но, видимо, не нашли. Видимо, сейчас я его найду. Что за странная пещера? Мы прям в самую секретную лабораторию, я так понимаю, сейчас идем. Ну давай, прыгай. Тут призраков много. Откуда это получилось? Если бы это были солдаты, думаю, они сразу бы нас убили. Эти хищники. А так тут еще и призраки водятся. Так, там свет, мне туда. Там кто-то стоит, походу. Да? Нет. Странно, это сработало, ну ладно. Доктор Баркхов приказал всем покинуть лабораторию сегодня же. Сказал бросать все, что тут есть. Сказал, что эксперимент провален. И нам никогда не удастся их контролировать. Все документы уничтожают подопытных. Спят и вывезут. Нас закрывают. Клинику над нами тоже. Это конец над нами. Эти работники секретной лаборатории, которые уже внизу. Столько месяцев. Записи сверху были, видимо, от работников больницы, которые не понимали, что они не так сделали, что их закрывают. Может быть, эти люди даже не пересекались друг с другом. Сколько месяцев работы, которую под хвост? Не знаю, что будет дальше. Скорее всего, лабораторию сожгут или законсервируют, и наша важная миссия будет забыта. Ну и черт с ним. Хочу побыстрее убраться отсюда. Мы все хотим. Тогда, если прислушаться, даже через всю эту суету бегающего персонала, можно услышать, как что-то стучит в вентиляции. О, а чего же... Шутки, звук. Что это за артефакт? Пепел? Что это такое? Что это за пепел? Там чья-то камера. А ладно, а это что? Я это хочу. Эта камера принадлежит кому-то, кто был тут до вас. У меня из-за ачивки пролагало. Опа, видосики пошли.
как же это и вправду реалистично выглядит? Может, у меня сейчас немного лагает из-за этого, это... пропадает такой вайб и антураж реалистичный. Ну, посмотрите на это. Как будто реально съемка. Где-то челик с ума сходит. Шизофрения. Ай! Ладно, я тоже испугался. Мы там хотя бы не застряли. Хотя мы тоже там могли застрять. Ой-ой. Как же хорошо, что он в трусах. Ой. Он в трусах, да. Даже зомби в трусах. Чё? А где? А. Какого хрена я узнаю место из видео? Я там был. Это Мишка Тедди. Это Мишка Тедди на столе. Ладно, с меня хватит. Надо сваливать отсюда. Чё, вперед не пойдем? Серьезно, мне весь путь обратно теперь идти? А я уже забыл, как можно быстрее уходить отсюда. Пора валить. Ой, сейчас будет, что я могу себе ставить, блядь. Судя по звуку, отключился генератор просто великолепно. Вот только не снова, ну ж... Как я в темноте буду разбираться, куда идти? Я уже не помню, как я попал в эту лабораторию. Давай. Опять кто-то стонет. Там наверху или внизу. Но опять эти стоны. Эти стоны похожи на жителей Майнкрафта. Давай, выпрыгивай. Опа, Мишка Фредди. Мишка Фредди кровавый. Я реально не помню, как я сюда вообще попал. И как отсюда выбраться. Так, слезьте. Так, мы тут застряли надолго. Просто великолепно. Не, серьезно, где выход? Что? Я ничего не трогаю. Ладно. Это катсцена какая-то. О, господи, они гнались за мной. Нужно выйти отсюда как можно скорее. Так, ну будто выход я помню где-то. Погоня, о, господи, кто-то гнался за мной. Не, было бы страшнее, если бы, например, не самому пришлось бы от них убегать. Ну, если бы это не была бы катсцена, если бы я сам бегал. Это было бы пострашнее. Так что опять? Бля-бля-бля-бля. А, вот теперь уже реально погоня, погнали. Теперь уже реально погоня. Главное не останавливаться. А так хочется остановиться, конечно. Так же хочется остановиться. Я туда зашел вообще или нет? Там сейчас у выхода кто-то стоять будет, да? А куда? Где выход? А, вот он. Ну, выходи. Шикарная битва, да. Я водичку попью. После того, как Тима публиковал это видео, полиция заинтересовалась этим местом. Они отправили туда сотрудников, чтобы проверить это место. Они нашли кучу документов, деньги, одежды людей, пропавших без вести. В этом районе, например, что там. Множество родственников и друзей тех, кто попал без вести, и чьи документы нашли
и также поблагодарить Тима за то, что он, пусть и случайно, все-таки пролил свет на то, что происходило с... Это хороший конец? Одна из двух концовок, видимо. Не знаю, есть ли тут еще концовки. Но... Что сказать? Игра мне понравилась. Игра понравилась. Да, она коротенькая немного. Но сюжет хорош, как минимум. Графика невероятная. Скримеры убрали. А, вот и все. Скримеры пугали и... Что сказали? Было страшно. Было страшно, мне понравилось. А если вам тоже понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал, на основной канал, а также заходите на Twitch. А с вами был Ганс. Всем пока.